10-кратный чемпион Дагестана по кикбоксингу, чемпион России, победитель множества международных турниров и серебряный призер чемпионата мира Гасан Гаджимагомедов проводит тренировки в одном из спортивных клубов Махачкалы. Всех этих успехов Гасан достиг под руководством заслуженного тренера России Амирова Амира Сайпулаевича. Уже несколько лет Гасан занимается смешанными единоборствами. Он является победителем Кубка мира по ММА среди любителей. Перейдя в профессионалы, Гасан представляет московский бойцовский клуб «Крепость». После пробежки и разминки он переходит на упражнения кроссфита. Кроссфит – это система упражнений, основателем которой принято считать американского гимнаста Грега Глассмана. Кроссфит включает в себя тренировки, в которые входят серии силовых упражнений с гантелями, штангой, на турнике или на брусьях. Благодаря высокой интенсивности далеко не все спортсмены могут сразу справиться с тренировочной нормой. Система кроссфита разработана таким образом, чтобы тело спортсмена работало на максимуме и в кратчайшие сроки давало отличные результаты. Она помогает улучшить общее физическое состояние, увеличить силу и выносливость. Польза кроссфита для кикбоксинга очевидна. Во-первых, боксерам, впрочем, как и представителям других видов спорта, надо быть сильными и выносливыми. Во-вторых, кроссфит помогает увеличить скорость и взрывную реакцию. Но при этом нельзя забывать выполнять маховые упражнения между многочисленными подходами к тяжелым снарядам. Гасан Гаджимагомедов проводит между подходами бой с тенью, восстанавливая эластичность мышечной массы. В-третьих, кроссфит разрабатывает мышцы плечевого пояса, спины и ног, которые отвечают за нанесение ударов. Благодаря этому на ринге или в октагоне спортсмены могут атаковать противника быстрее, не давая ему возможности вовремя среагировать. Основное предназначение кроссфита – это дополнение обычной системы тренировок боксера, а также проработка слабых мест организма. И, возможно, это только под контролем тренера, но опытный спортсмен Гасан Гаджимагомедов, пройдя все этапы тренировочного процесса кроссфита, занимается один с учетом индивидуальности своего организма. Система кроссфита для кикбоксеров составляется индивидуально, с учетом всех особенностей отдельно взятого спортсмена. Во внимание принимается даже обмен веществ, не говоря уже о росте и весе. Гасан любит кроссфит и не променяет его ни на что другое. Кроссфит отлично развивает силу и выносливость, улучшает физическое состояние, а также помогает создать идеальный рельеф, о котором мечтают все спортсмены. Порой это один из немногих способов открыть в себе новые горизонты и достичь небывалых высот в спорте. В октагоне Гасан Гаджимагомедов и тренер Раджаб Алданов. Начинается тренировка с боксерских файт-комбинаций.
Боксерские лапы на сегодняшний день являются очень важным тренировочным снарядом для постановки техники удара и развития его точности, как у боксеров, так и бойцов смешанных единоборств. Своим появлением они обязаны советским тренерам, одним из которых является профессор бокса Аркадий Георгиевич Харлампиев. Он первый применил этот снаряд в тренировочном процессе. На сегодняшний день вряд ли найдется хотя бы один боксерский клуб, где не ведется работа на лапах. Индивидуальные тренировки позволяют не только закрепить технику бокса, но и совершенствовать ее. Еще одним плюсом такой тренировки является подвижность условных мишеней. То есть в данном случае инструктор Раджа Балданов выполняет не только функцию тренера, но и спарринг-партнера. Быстрые и хлесткие удары Гасана могут измотать кого угодно, что усложняет задачу Раджаба. Конечно, подобную работу тренерам гораздо легче проводить с начинающими боксерами, которые, как правило, не отличаются сильным ударом. Опытный тренер Раджаб Алданов предлагает Гасану различные варианты течения боя. Но человеку, далекому от бокса, трудно отличить одну комбинацию от другой. Идет работа по усовершенствованию техники, по возможным вариантам течения боя с подключением ударов ног. Такая работа помогает бойцу овладеть чувством дистанции и времени и сформировать четкие координированные движения. И, конечно же, инструктор и спортсмен в ходе условного спарринга развивают свои функциональные способности и повышают физическую выносливость, так как находятся они в октагоне уже не первую минуту.
Очень важно в ходе индивидуальных тренировок выработать умение правильного распределения мышечных усилий и научиться расслабляться тогда, когда это необходимо. Совершенству нет предела. Техника ведения боя, изученная и доработанная в зале автодорожного колледжа, благодаря которой я сам поднимался на пьедестал почета чемпионата мира по кикбоксингу, требует бесконечной материализации и теории. Все удары могут начаться отдельно, а затем выполняться в синхроне, переведя их на плоскость файт-комбинации в зависимости от того, какая цель поставлена тренером на данной конкретной тренировке. Пожелаем Гасану и его одноклубникам из бойцовского клуба «Крепость» успеха на турнире ММА, который состоится через несколько месяцев в Саудовской Аравии. В сегодняшний день у меня практически прошла базовая тренировка, которая, можно сказать, не то, что можно сказать, а в действительности нужна каждому бойцу, каждому спортсмену, который занимается профессионально, который хочет достичь больших успехов и занять первые места в спорте. Сегодняшняя тренировка у меня была разнообразная, состояла из практически кроссфита, который включает в себя работа на штанге, работа в зоне кроссфита, индивидуальная тренировка, работа на лапах. Я провел около 400 силовых упражнений. Многие недооценивают и не обращают внимания на этот тренировочный процесс, который состоит из кроссфита. Сегодня провели тренировку с Хаджи Магомедом Гасаном. Сегодня у нас была ударная техника, то есть работа бокса и кикбоксинга. Гаджи Магомедов Гасан является учеником нашего уважаемого Амира Сайпулаевича. В прошлом Гасан в кикбоксинге проявил себя очень хорошо, были очень хорошие результаты. В ММА немаловажную роль играет ударная техника. Также и борцовские навыки. Но опять-таки, в основном, если смотреть, многие бои в ММА заканчиваются в основном со стойки досрочно. Бывает в первом раунде, или во втором. Поэтому ежедневно мы с Гасаном проводим ударную технику, усовершенствуем ее.